образовательное учреждение, а социально-культурный центр. Детский сад номер 82 находится в поселке Солоча. В нем обучается более 100 детей, при этом три группы компенсирующие для детей с тяжелыми нарушениями речи и одна общеобразовательная. За время работы садик стал точкой притяжения для малышей, их родителей и местных жителей. Мы активно сотрудничаем с Дом-музеем «Академик Пожалостина», который здесь у нас находится в поселке. Реализуем сетевое взаимодействие, проводим совместные мероприятия, организуем экскурсии для детей, выставки их творчества на выставочном зале музея. Также больше 3 лет работает консультационный центр для родителей, где им оказывают психологическую помощь, а с детьми занимаются логопеды. Этот и другой опыт сотрудники представили на всероссийском конкурсе «Образцовый детский сад». За победу боролись более 42 тысяч образовательных учреждений страны. Мы представляли 2 ролика. Это первая экскурсия по детскому саду и другой ролик, следующий ролик. Это презентация нашего опыта работы. Конкурентов было очень много с различных уголков нашей страны. Мы посмотрели много презентаций у других садов и поняли, что мы на очень достойном уровне можем представлять наше учреждение и образовательную сферу города Рязани. Детский сад номер 82 стал лауреатом конкурса. В мероприятии такого уровня садик принимает участие не первый раз. В 2018 году он уже стал победителем Всероссийской выставки образовательных учреждений. Мы уже много лет реализуем образовательную программу, которую создали сами, разработали наши педагоги. Вот мы работаем по этой программе и ежегодно мы вносим в нее все равно какие-то коррективы и изменения. Вот. Плюс к тому, ко всему, что еще меняется контингент детей и родителей. Мы всегда это учитываем, их запросы обязательно. Поэтому мы по запросам родителей и, конечно же, по интересам детей работы. Также при садике действует большое количество кружков. Среди них мода, декоративно-прикладное творчество, вокальный и танцевальный. Воспитатели считают, что главное – это комплексное развитие личности. Поэтому придумывают все новые форматы работы с детьми. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».